Итак, Blender 2.91, продолжаем делать анимацию вот этой лягушки. Сначала мы ее поставим в позу. Так, R, перекрутим ласты. И теперь, наверное, G, лапу подтянем. R, перекрутим еще вот эту лапу и вот эту косточку чуть-чуть, на, как бы вниз вот так подставим. Так, чуть-чуть я, наверное, как бы, я не знаю, вот так у нее поза. Угу. И вот эту косточку тоже покрутим. Во. Так, теперь вот эту кость. Семерка на нампаде. R. Вот сюда перекручиваем. А эту R. Так, наверное, как-то вот сюда. Так, G. Да, вот это уже неинтересно. Так, наверное, мы ее вот сюда подальше оттянем. Во! Вот это уже, наверное, интереснее будет. Угу. Так, теперь эту лапу, значит, G вот сюда подтягиваем и R перекручиваем. Теперь, опять же, R перекручиваем вот сюда. Так, G. Так, эту косточку тоже немножко перекрутим. А эту ласту чуть-чуть, наверное, приподнимем. Вот так. Чуть-чуть вот так. Так, эту косточку немножко подкрутим. Ну, в принципе... Что тут получилось? Так, единица на нампаде. G. Чуть-чуть их еще повыше. И немножко, наверное, R. Так, вот эти косточки. Так. Угу. Косточки Inverse Kinematic. Мы немножко R подкрутим вниз. И вот эту тоже косточку. Вот так аж. Так. Во. И вот это тоже так. Вот. Так как-то. Во. Ну, теперь вроде что-то как-то с чем-то. G. Эту сюда, а эту чуть-чуть тоже сзаду подальше вот эту. Так, есть такое дело, да? Ну вот с этого момента и будем делать. Значит, прописываем все это дело. А и локрот. Это будет первая у нее постановка поза. Мотаем таймлайн. Нам понадобится в этот раз... Так, какие нам понадобятся? Нам понадобится 5, 10, 15, 20. Выбираем теперь... Так, тройка на нампаде. Выбираем таз. G. Вот эти лапы выбираем. Значит, R перекручиваем их. И теперь G уводим вдаль. Вот так. Эту лапу одну G сюда. Эту лапу G вот сюда. Вот таким вот образом. А вот эти лапы вот к телу поближе. Вот такое что-то получается. И корпус, значит, поровнее.
И лапы, значит, вот так вот. Во. Так, это у меня опять косяк. Значит, пятый кадр. Тройка. Вот забываю переключаться. Повторяем. Значит, так, опять же, повторяем. Повторение, мать учения. Так, R перекручиваем. G уводим. Ступни перекручиваем. Лапы G подтягиваем, перекручиваем. И эту лапу тоже подтягиваем. R перекручиваем. Вот так вот. Эти лапы, значит, идут поближе друг к другу. Вот так. R. Ну, как-то так, наверное. Пусть пока будет. И теперь, значит, А и Локрот. Тройка на нампаде. Нужно вот этого персонажа теперь G повыше вот так поставить. А, и Локрот. И посмотрим. Во. Пошел толчок. Ну, вот эту на третий, потом чуть-чуть ниже опустить надо будет. Ну, не суть вопроса. Так, теперь десятый. Так, десятый кадр. Значит, теперь G. Перетаскиваем его вот сюда. R. Вот так вот устанавливаем. Здесь будет высокая самая точка. Лапы G. Вот так. И R. Чуть-чуть теперь перекручиваем. Вот так вот подставляем. Вот так как-то. А вот эти лапы, вот эти. Так, здравствуй, гемор. Вот сюда, это значит G. R сюда выставляем. А эту, значит, G сюда. И R вот так вот. Но опять же повторюсь, чтобы лапы хотя бы было видно. Одну и вторую. Как бы вот, наверное, вот так они пусть стоят. Или одну чуть назад. Также и с ногами дело обстоит, чтобы вот здесь вот получилось, как будто переплетены они. Вот такого быть не должно. Значит, G. Значит, R. Здесь тоже R. И G, как бы ее, наверное, одну подальше. Вот так вот. Так, вот эти вот перекрутки. Неинтересный момент, да? Вот так как-то, наверное, сюда. И G как-то, наверное, лапу вот сюда. Ну, так-то поставим. А, и Локрот. Смотрим, что такое у нас получилось. Теперь 15-й делаем. Так, на 15-м кадре тройка на нампаде. Здесь идет приземление. Значит, R лягушку мы перекручиваем. Ставим где-то вот сюда ее. Вот эти лапы передние.
значит G R, и как бы вперед их подставляем. Не как бы, а вперед, короче. Так, G. Вот так. Значит, таз R идет перекрутка. G идет это дело вот сюда. Это идет вот так. А эти лапы G вытягиваются опять почему-то ровно на, ну, по кадровке. В принципе, такого не должно быть. Ну ладно, а и локрот. И первый кадр, Shift D, копируем на 20-й и на 20, переводим его. Так, это где она стояла? Она вот здесь должна приземлиться на последнем делении, да? Значит, move, и подводим ее вот сюда на последнее деление. А, и локрот. Ну, отключаем косточки. Мов тоже отключаем. Тройка на нампаде. Выставляем. Смотрим. 20 кадров ставим. Enter. И вот этот последний кадр. Так, вот этот 10-й. Давайте удалим. Delete keyframe. Ну вот будет высшая точка. Вот это вот, значит, высшая точка будет 10-я. Мы сейчас просто подправим вот эти лапы. Значит, лапы идут вот сюда. Эта лапа идет сюда. Ноги R перекрученные, как всегда. А, и локрот. И вот так попробуем исправить косяк. Все. Так, значит, тройка на нампаде. Вот такой вот у нее прыжок. Прописываем теперь 17-й кадр. Это значит, так, вот этот 17-й попробуем, значит, опустить чуть пониже. R чуть-чуть его перекручиваем. А, и локрот. Смотрим теперь, как будет у него приземление работать. О. И вот здесь вот поставим задержку, значит. G на 24 оттянем, поставим 24 кадра и смотрим. Ну, нормально. Теперь тут подпропишем. Так, вот этот кадр будет 7. Так, А, английская, И, локрот. Тут что у нас получается? 12-й. И локрот. 3-й. И локрот. И 5-й, наверное, надо немножко оттянуть. Вот здесь как бы задержку поставить. А ну-ка смотрим. Ну да. Вот так вот.
Ну, уже прикольно. Так, теперь прописываем 20-й. Так, пишем 18-й. Так, и локрот. И попробуем 18-й G. Так, Ctrl-Z. 18-й кадр. G чуть-чуть оттянуть на 20-й, допустим. Ну, прикольно. Ну, прописываем теперь остальные. Так, вот этот кадр совсем не интересен, потому что здесь лапы все перекрутились не так, как надо. Значит, это G. Ногу вот сюда. R. Перекручиваем стопу. И лапу чуть-чуть вот вниз. Отводим. Или даже наоборот, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Смотрите, что делаем. Мы эти лапы просто G и уведем чуть-чуть назад. Во. И вот эту чуть-чуть назад. А, и локрот. Вот теперь должно быть нормально. Угу. Смотрим теперь опять R. R. Вот так на карте. А, и локрот, переписываем кадр. Ну вот уже нормально. Смотрим опять и локрот. Все кадры допрописываем, чтобы мягко это все дело было. Ну а теперь смотрим. Ну вот, прыжок лягушки. Все, всем пока, до свидания. Пока дровку тоже выложу.